Всем добрый день! Предлагаю вашему вниманию рецепт уникальной домашней супермаски, которая не только поможет сохранить молодость вашей кожи, но и вернет ей упругость, подтянет, разгладит морщины и освежит. Особенность маски заключается в том, что она наносится слоями, поочередно, и оказывает комбинированное комплексное воздействие. Такую методику часто применяют в салонах красоты, используя при этом промышленные косметические средства. Мы же приготовим натуральное и доступное всем средство, которое дает мощный омолаживающий эффект. Пройдя курс из 5 масок, вы будете выглядеть моложе уже через 5 дней. Маска подходит для любого типа кожи. Она мягко очищает, разглаживает, питает и улучшает кровообращение. Как приготовить маску? Берем 3 отдельные емкости, так как будем готовить 3 отдельных состава. Первый состав. Смешиваем измельченные овсяные хлопья с оливковым маслом. Тщательно все перемешиваем до однородности. Первый состав готов. Второй состав. Тертое яблоко. Сок лимона. И мед. Все смешиваем. Второй состав готов. В третью емкость наливаем кефир и готовим соль. Но добавлять соль будем в последний момент, прямо перед нанесением на кожу, чтобы соль не успела полностью раствориться. Итак, как использовать маску, как ее наносить? На очищенную кожу лица, шеи и зоны декольте наносим первый слой, смесь овсянки и масла, слегка массируя кожу в течение 2-3 минут. И выдерживаем первый слой 5 минут. По истечении 5 минут поверх первой маски наносим второй слой. Также массируем кожу 2-3 минуты и оставляем второй слой также на 5 минут. Затем добавляем соль в кефир, быстро перемешиваем, чтобы соль не успела раствориться. Смачиваем в кефире с солью ватный диск, можно ватный тампон, как вам удобно. И массирующими движениями смываем пропитанными дисками предыдущие 2 слоя. Затем наносим еще раз тонкий слой кефира и оставляем на коже на 5 минут. По истечении времени смываем маску либо минеральной водой, либо отваром ромашки и наносим свой уходовый крем. Делать такую маску нужно перед сном и лучше курсом. Курс составляет 5 масок, то есть 5 дней подряд без перерыва. 5-дневный курс даст хороший эффект омоложения. Мелкие морщинки уйдут, глубокие станут менее заметны, овал лица подтянется и кожа станет гладкой. Проведите 5-дневный курс применения этой маски, а затем можно применять ее раз в 7-10 дней для поддержания результата. Поверьте, вы будете выглядеть значительно моложе своих ровесниц. Не забывайте делать тест на аллергическую реакцию. А я вам желаю всего только самого доброго. Будьте здоровы, красивы. Спасибо, что были со мной.